внимание. Всем привет, в этом видео я буду снимать реакцию на Брайан Мапса «Слишком дерзкая няня», первая часть, погнали! Ну, мы готовы! Да, дорогой? Ну, вроде да. Да. Не вроде, да? Дети, это ваша новая няня, она очень хорошая и добрая, да, потому конечно, что я нашла ее на очень известном и проверенном сайте по поиску нянь. Но ты же нашла ее по объявлению возле той подворотни. Когда-нибудь нормально мне подыграть. Это правда. Это папа так шутит. Да, папа? Да. Ну вот и все, мы поехали. Пока. Ну что, детки, завтра нас ждет очень насыщенный день, а теперь ложитесь спать. Но сейчас же только 5 вечера. Спать! Мне кажется, похуй, что сейчас 5 вечера, хотя сейчас 19:50. Даем! Мы хотим спать. Ну что ж, тогда я знаю, что взбодрит тебя. Вода ну и что же? Айсбаки челлендж! Он же может заболеть! А ты молчи, иначе в твоем завтраке окажется сюрприз в виде собачьей еды. Жестко. И да, возьми эту камеру и снимай все. Мне нужен видеоотчет о моей идеально проделанной работе. А теперь марш на кухню! Надо почистить зубы! Мне кажется, если она бы реально работала няней, то я бы сразу бы уволил после первого. Идеально! На кухню! Видеоотчета. Я не хочу кашу! А что ты хочешь? Шарики с молоком. Шарики! А как же Иннокентий? Его тоже надо покормить. Он так когда-то в столе сидит. У вас есть третий ребенок? Ты что, не знаешь, что ли? Да ладно. У него в другой комнате было, если она не знала. Не видела. Так-то лучше. Он даже... Ну что, вы уже пожрали? В куняне. Уже больно так спугался. Пожрали! А теперь живо в школу, у нас нет времени! Ключи! А, в жопу! Надо! Все в лифт! А почему я в углу? Ты наказан! Так, все, бежим, у нас нет времени! Стоп! Почему мой ребенок колбаса? Да. Вот дерьмо! Он должен так... Отпусти! Надеюсь, ты теперь не станешь идиотом, как твои братья? Ну, теперь точно станет. Ай! Осторожно, я отвечаю за вашу безопасность. Ну, мы забыли моего брата дома. Эй, я здесь! Мне пофиг. Блин, гребаные понедельники, ненавижу! Но сегодня же воскресенье. Да! Бухать сейчас пойдет. 100%. Просто 100%. Тогда пойдем напиваться, играться. Черт, здесь забор. Ладно, няня покажет, как надо перелезать. А ребенка-то куда кидаешь? Ты че? Снимай! Не парик. Так, значит, слушай сюда. Тут очень много всяких качелей, очень много всяких железяк. Смотри, не упади или не улети вообще. Сволочь, что ты делаешь своим ребенком? А помнишь, она качает? Играть всем! Чужого ребенка. Ну ладно. Это, видимо, но. Ну что, детишки, идите поиграйте. Конечно, детская няня пришла. Никто не смеет заходить на мою площадку, ты понял? Так, все, теперь иди играй с другими ребятами, иди. Пошел вон. Хоть обниматом сказал. Что? Я тебе что сказал? Так, все, мне надоело играть. Пошли лучше в магазин за венцом. За шариками, которые так любит твой брат. Кстати, где он? Живо в магазин! Пошли! За мной! Это нельзя! Это не трогай! Знаешь толк? Знаете, я возьму, пожалуй. Ой, а где ребенок?
Так, я своровала водяру. Бежим. Какой ужас. Ах, это ты. А ну-ка иди сюда. Получай. Получай. На. Тебе у вас не нужен, понятно? Да, она не кажется, что смеется. А ну-ка иди сюда. Данная видеозапись была найдена в мусорном баке по улице фиг знает какая 10. Вот. Подсудимые задержаны, а избитая няня так и не была найдена. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Надеюсь, вам понравилось это крейзи видео, потому что снимать его было очень весело. Что стоите, играйте? Особенно в магазине, когда он женский платье пришел. На самом деле, это видео я готовил для 3 миллионов подписчиков, но думаю, вы не против, если я выставил его чуть раньше. Неудачные кадры вскоре выйдут на втором канале, а может даже и на основном, так что ожидайте. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно. И также... Ну там смотреть уже нет смысла, там в принципе уже конец. Лайк обязательно я поставлю. 7 лет назад это видео уже вышло. Пипец, как давно. Но если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите позитивный комментарий. И всем до скорых встреч.